вітаю шанувальників боксу. Спочатку привітаємо всіх знаменною перемогою Олександра Усика у матчі-реванші проти Джошуа, який відбувся в Саудівській Аравії. Традиційно для порталу «Чернівці Спорт» подію року в боксі, можу так і назвати, аналізує Едуард Погодін, відомий наш буковинський фахівець. Перше вам запитання, які були прогнози напередодні бою, бо ми бачили багато людей, писали фахівців, казали, що бій буде тривати 12 раундів, дехто давав перемогу Усику в 10-му раунді, дехто писав, що цей бій буде важчий, ніж перший поєдинок між Усиком і Джошуа. Ваша думка яка? Добрий день, Олексій. Дякую за запитання. Дійсно, думки були різні. Я гадав, і я так планував, і так аналізував, що бій буде не схожий на перший бій. Бо в першому бою Джошуа був такий більш розслаблений, він був в якості переможця, в якості чемпіона. І це було дуже видно на відео. В цьому бої Джошуа був трохи іншим. І він, навіть ментально, він був більш зосереджений на бій. Йому треба було забирати пояси. Це дуже повпливало на бій. Тому мій прогноз до бою був 12 раундів, і Усік мав виграти по очкам. Але я не думав, що бій буде настільки важкий і настільки сложний для Саші. І якщо розбирати всю стратегію, то боксери мене не здивували. Перші 4 раунди пройшло так називаємо пристрілка, пройшла розвідка боєм, тим більше по правилам чемпіонських бойов. Олексій, ми з вами знаємо, що якщо бой закінчується до 4-го раунду, вдруг швидкий старт, то підсчитується судді, або бой можуть об'явити ноу-контест, несостоявшимся. Тому звичайно всі, і Василій Ломаченко, і Олександр Гвоздик, всі боксери екстра-класу, вони перші 4 раунди боксують дуже спокійно, щоб бой не зупинився раніше часу і, відповідно, не об'явили несостоявшимся. І вже після 4-го раунду ми з вами, Олексій, побачили обострення в бою. 5-й раунд, ви пам'ятаєте, удар Джошуа в резинку, скажімо так, в пояс, в резинку бойових трусов Олександра Усика, але удар зачетний. Хоча Саша удар этот очень вывел из себя, и он сигнализировал, что удар был ниже пояса, но мы с вами внимательно смотрели, бой был точно по цели, но удар был настолько сильным, что Саша даже взял паузу и сказал, что удар был ниже, то есть болезненный удар. И на протяжении всего боя Джошуа бил очень мощно, бил по животу, бил по корпусу, пытаясь сбить дыхание. Перші раунди, хто мав перевагу, тому що вже є певний аналіз цього поєдинку. Пишу, що активнішим був Джошуа на початку. Джошуа працював намного активніше в першому бою. Я би віддав перший раунд. Для мене завжди важливо, очень, Олексій, хто перший попаде точним ударом. От в першому раунді попав Джошуа лівим джебом. Но Саша на его джеб ответил своей сильнейшей рукой. То есть первый раунд я бы даже отдал Александру Усику, если считать очки. Второй раунд взял Джошуа. Вот так у них как бы до 4-го раунда были такие качели. В 5-м раунде, как мы с вами говорили, началось обострение. 5-й, 6-й и пошло по нарастающей. По нарастающей начал взвинчиваться темп и были нанесены большее количество ударов. 9-й раунд найважчий для 8, да, даже починаючи з 8-го раунду, починаючи з 8-го раунду, Джошуа почав загострювати бій. Він почав більше бити, і Олександр вибрав таку тактику, не відповідаючи йому, а десь приймаючи на блок, захищаючись, уклоняясь, уходя з лінії атаки. И как бы такой был сигнал небольшой. Он особо и не пропускал Александр, но и не бил. То есть, но 8-й раунд, естественно, он отдал Джошуа. А 9-й началось обострение. Джошуа как бы понял, что это его шанс.
он не понимал, почему Усик так боксирует, и начал больше ударов обострять. Особенно меня поразил этот удар сверху вниз по затылку, когда Саша наклонился, сблизился в клинче, он прямо сверху, а это удары запрещенные, но Джошуа, слава богу, что таких ударов и такой грязи практически было мало, вообще не было, но в 9-м раунде это проявилось и показало нам Алексей, насколько Джошуа хотел выиграть. Настолько у него было, вот, что он бил сверху, пока, чтобы засчитали Александру нокдаун. Но Саша мужественно все выдержал, очень мужественно. Хотя у всех любителей бокса, вот я держал эту перчатку, подарок Саши Усика. И все время, когда я смотрю Сашины бои, держу ее в руках. Это у меня уже талисман. Это и в первом бою, когда боксировали в Лондоне, и сейчас в Джиде, чтобы поддерживать, как бы этим передавать энергию Александру. И... Саша выдержал. Вы знаете, это очень высоко квалифицирует его. И в 10-м раунде мы с вами видели, он как феникс из пепла воспрял. И 10-й раунд просто Джошуа даже не ожидал, честно говоря. Он не понимал, откуда сыпятся удары, что у Саши получается. Он доносит их до головы, до корпуса британца. И, конечно же, пошло по нарастающей. 10-й, 11-й это точно взял Саша Усик. И 12-й можно дать ровно, но это такие называемые чемпионские раунды, 10-й, 11-й, 12-й, но с преимуществом Александра. Матч-реванш Усик-Джошуа можно вважать наиважчим в профессиональной карьере украинца? Очень хороший вопрос, очень много размышляет над этим Алексей. Два боя в карьере, считаю, у Александра были сложные, такие, не знаю, какие из них наиважчие. Первый это бой с Бриедисом в Риге, где бой очень был сложный для Александра. Скажем, даже три боя. Бой с Дереком Чесорой, с таким настоящим тяжем такой, который шел как асфальтный каток на Александра. И тяжело Саше было пристроиться с таким мощным тяжем. И, конечно же, третий бой, я считаю, это второй бой с Джошуа, который намного техничнее получился, чем первый даже. Намного мотивированный, но бой очень... Вот три боя я бы выделил в карьере Александра Усика, которые были очень и очень сложными. Но в том и, знаете, в том и радость от победы, что в таких сложных боях Александр показывает свой класс. И я считаю, что в принципе очень правильный результат. 2-1, двое судей дали победу Александру и один судья дал победу Джошуа. Після закінчення поєдинку, після 12-го раунду, Джошуа очікував, що йому віддадуть перемогу? Ви знаєте, він дуже хотів. Да, видно було, він дуже хотів. Он был очень расстроен, он, помните, он сразу, когда подняли Александру руку, он сразу вышел из ринга, он пошел, скажем так, в свою раздевалку, но потом вернулся, его убедили. Все-таки тоже нашел в себе силы, благородный человек Джошуа. Вернулся, взял микрофон и такой разразился такой речью, где вспомнил всех. И вспомнил Майка Тайсона и Сони Листона. И в этом тексте он говорил, что вы хотите от меня? Я настоящий тяж, 115 килограмм. Взвесился 110, но вообще 115 в жизни. Это вы хотите, чтобы я боксировал как легковесы, которые весили 89 килограмм, а Майк Тайсон в свою карьеру так и весил, в принципе, там до 90, потому что весовая категория тогда была плюс 86 супертяжа, а сейчас плюс 110. Вот. Вы хотите, чтобы я так боксировал? Я не могу так боксировать серийно. Я могу боксировать мощно, как я боксирую. И, в общем-то, как бы... Но, тем не менее, в своей речи он подчеркнул, что он признает, что Усик все-таки величайший боксер, и как бы победа его заслужена. И мы знаем с вами, что Энтони Джошуа и Александр Усик заработали самый большой гонорар вообще за их историю, во-первых, их боев и вообще в истории украинского бокса. Для примера, если в первом бою, если я не ошибаюсь, Александр Усик, когда стал чемпионом, забрал пояса, получил 2,4 миллиона долларов, а Джошуа больше 20. А в этом бою они уже разделили поровну гонорар и получили по 40 миллионов долларов. Это большой гонорар, потому что бой проводился в Джиде. Правительство этой страны выделило 80 миллионов долларов только на гонорары. Это очень важно. И что еще немаловажно, потому что этот вопрос муссируется, а я немножко углубился в этот вопрос о том, что Александр, он сразу же предложил выкупить трансляцию для Украины, чтобы украинские болельщики посмотрели. Но что интересно, принц
принц Хамед, если я не ошибаюсь, он Саудовской Аравии, он сказал, нет, я не, который организовал, который готовил эту всю трансляцию, который платил деньги за трансляцию, а бой транслировался в 190 странах мира, он сказал, нет, Александр, я такое принять не могу, я даю бесплатно, не надо мне денег. И получается, что Александр готов был заплатить, но заплатило правительство Саудовской Аравии, именно принц заплатил, чтобы Украина посмотрела. И он сказал, не надо мне денег, я транслирую для Украины. И это очень важно. И что еще мне было интересно, и нашим зрителям, зрителям вашего портала будет интересно, что проводить бой в Джидде, в Саудовской Аравии, это всего лишь третье событие. Там нет такой боксерской культуры. Но, тем не менее, зал, в принципе, если бы это проводилось в Англии, они могли собрать и 90 тысяч на стадионе. В США то же самое, большие залы. Там всего 14 тысяч зал был. Но билеты были очень дорогие. Билеты стоили по 5 тысяч долларов. Это очень много. Больше билеты стоили только на бой Мэнни Пакьяо и Мейвезер, когда они собрали 200 миллионов. То есть такие моменты. Зал для проведения был небольшой. Как бы инфраструктура бокс еще не развит в Саудовской Аравии, но саудиты всячески развивают бокс. И вот я говорю, поступок принца, принца Саудовской Аравии, который сказал, нет, Александр, я такое принять не могу, денег я с себя не возьму, для Украины будем транслировать бесплатно. Далее, яка доля далі Усика, уже Евандер Холіфілд заявив, що буде дуже цікавий поєдинок Усика з Фьюрі, ваш погляд. Ну, это все ждут, потому что у Фьюри есть пояс. А мечта Александра Усика войти в историю, наверное, войти в книгу рекордов Гиннесса, когда он стал абсолютным чемпионом в крузервейте до тяжей. И сейчас стать, забрать пояс у Фьюри и стать абсолютным чемпионом, владельцем 4 поясов в супер, в хэвивейте, в супертяжах. И этот бой будет очень интересный. Не случайно Усик сразу же после объявления себя победителем предложил Тайсону Фьюри встретиться. Тайсон, возвращайся, и мы с тобой встретимся. Я думаю, что Тайсон Фьюри примет этот бой. Здесь даже может сыграть первое. Сыграть то, что пояса забрали у британца. И Фьюри британец. И он захочет эти пояса забрать все 4 к себе в Британию. На это может сыграть. Второй момент может сыграть, Алексей, над этим тоже очень метко подметила Алина Шатерникова, которая комментировала бои, и я с ней согласен о том, что Джошуа не случайно согласился с Усиком на первый бой, и его промоутер Эдди Хирн согласился. Он увидел бой с Чесорой, и увидел, что Чесора настоящий супертяж, который Усику доставлял массу неприятностей, и он подумал, о, Усика можно выигрывать. И он согласился, и они просчитались. И то же самое Фьюри. Посмотрел бой с Джошуа, второй уже, реванш. И посмотрел этот 8-9 раунд. И подумал, о, может быть, я тоже, как бы, если буду боксировать таким навалом, таким немножко грязно, я выиграю. И на этом, как бы, Усик заманивает к себе соперников. И дает им такой бой, что они даже не ожидают. Потому что мы понимаем, что Усик тоже будет другой. Абсолютно другой, он будет еще лучше. Он себя совершенствует с каждым тренировочным процессом, с каждым таким тренировочным кемпом. И бой будет, конечно, очень интересный. Что мне еще нравится у Саши, что Саша так называемый боец дорог. Он все свои титулы завоевывал не у себя дома в стране, проводились эти бои, а везде, в разных странах, будь то Рига, которую мы упоминали, будь то Латвия, будь то Германия, будь то 2 раза в Англии, и с Тони Беллью, и с Джошуа, он называется воин дорог, он приезжает на чужую территорию, опять же в Джидде, и забирает пояса, или вот как в этом бою реванш. Так что он, конечно, заслуживает огромнейшего уважения, и ну, у него нужно учиться этому. Какая будет доля Джошуа после 2 поразок после? Очень интересный вопрос. Потому что, вы знаете, Эдди Хирн и его промоутер, который я считаю очень интересным промоутером, очень интересным человеком. Недавно мой сын Александр Погодин общался с ним в Шеффилде. Эдди Хирн как раз посещал зал, где Александр работает тренером. И в этом интервью я понял, что они с Джошуа очень дружат, они близки очень, они дружат, и Эдди Хирн как промоутер делает все для того, чтобы Джошуа выступал, показывал свой талант и зарабатывал деньги. И вот это второе поражение его отбрасывает в рейтинге и отбрасывает интерес от него.
В Великобритании он, конечно, мега популярен. Энтони Джошуа в Великобритании мега популярный человек. Он зарабатывает огромнейшие гонорары от боев и от рекламы, что очень важно. Вот. А вот во всем мире к нему, конечно же, интерес. Второе поражение подряд, и ему сейчас нужно свой рейтинг поднимать в мировом боксе. Вот. Но что мне очень понравилось, и я как бы действительно делаю комплимент Энтони, он джентльмен. Что бы ни было, он действительно, он воин, он очень хотел выиграть. Просто мы с вами понимаем, Алексей, что технически, ментально Александр сильнее. Это было видно до боя, в том, как они, помните, две с лишним минуты смотрели друг другу в глаза, как все поведение Александра, потом украинская символика во всем, и весь такой украинский дух, он показал реально украинский казацкий дух во всей и подготовке, и, как бы сказать, предматчевых конференциях, и в самом бою он показал украинскую стойкость. Александр безкоштовно запросил на бій 10 наших військових, скільки слів про це, як от він благодійність проявив, так? Да, ви знаєте, Олександр перед боєм був в госпіталі, перед виїздом був в госпіталі, і такі напутственні слова наші військові, дуже гарні такі мотивуючі слова вони казали Олександру, це перше, і він не міг зробити інакше, він запросив за свій рахунок, щоб іменно військові наші, ну, дивилася вся Україна, що військові ще підтримували його і на трибунах. Там був, наприклад, наш тяж, який в одному із боїв допомагав готуватись Роберт Мартон. Він член національної збірної України з боксу. Він в одному із боїв допомагав Олександру. Він то також був, він з Мукачева, тренер Вишньов, Валерій Вишньов, він то також був. Тобто були українці, була шалена підтримка і на трибунах, хоча білети були не дешеві, ми з вами знаємо. Але і це така благодійність, так і треба поступати. Зараз є така думка, от зараз Олександрів, ідіть на фронт, вже таке написав, ідіть на фронт, там вже воюйте, ви здобули, захистили титули, і дуже негарні речі я прочитав про коментатора цього поєдинку, Кобелькова, здається, який коментував на Мегаго. Ваша думка про коментар цього поєдинку? Ну, це людина перша коментувала бокс, наскільки я знаю. Да, перше, ну, наскільки я пригадую, Кобельков, і ні, він працював в парі з якимось боксером, або з, він працював в парі. Він досвідчена людина, Кобельков. Я його особисто не знаю. Може, треба було в коментарях більш нейтрально відноситись до обох боксерів. Може бути, але, ви знаєте, емоції теж захоплюють. Також захоплюють емоції. І дуже гарно, коли є два коментатора, от як ми з вами ведемо таке інтерв'ю, щоб один десь стимулював або охолоджував іншого. Одному дуже важко коментатору емоції тримати на рівні такого безпристрасного. Для мене, наприклад, це от, скажімо, не ікона, а приклад коментарів – це Володимир Гендлін. Володимир Гендлін вже нині покойний, Володимир Ілліч, якого я особисто знаю, особисто познайомився в Києві, і коли він коментував бої. І от він дуже спокійно, виважено, і він так дивився всередину бою. Це дуже важливо. І таке запитання. Колись ми говорили до війни про можливість приїзду Олександра Усика в Чернівці. Звичайно, зараз питання, напевно, не стоїть про це, вважаючи нашу ситуацію в нашій країні. Все ж таки є якась надія, що після перемоги над російськими окупантами все ж таки Олександр приїде в Чернівці. Так, да, ви знаєте, у нас з Олександром Погодіним є така мечта. У нас побывали в нашем городе на турнире боксерском очень многие чемпионы мира, наши украинские. Алексей, вы тоже их лично знаете, лично мы знакомились с вами. И выдающиеся наши чемпионы, это и Сергей Дзензерук, это и Виктор Постол, это и Владимир Сидоренко, это и хорошие боксеры, как Вячеслав Узелков, это и Владимир Колесник с Коломы, и это и...
Андрей Котельник из Львова, это чемпионы мира наши, которые прославляли Украину и в любителях, и в профи. И у нас такая мечта, чтобы на один из турниров к нам приехал не только Александр Усик, но и Василий Ломаченко, потому что они пример для многих наших спортсменов, и многие наши спортсмены стремятся быть похожими на них. И у нас эту идею мы действительно отложили после войны с Александром, и у нас даже есть... Очень хороший, мы уже нашли и мотивацию для Александра к нам приехать. Мы ее пока не будем рассказывать, но мотивация очень серьезная, которая просто, скажем так, вынудит его приехать к нам на турнир и приехать к нам в наш город, чтобы пообщаться с фанатами, со своими фанатами, чтобы посмотреть молодых боксеров, чтобы поддержать их. Я думаю, что это в будущем обязательно состоится. Я говорю об этом уверенно. Какие подачи планы инших наших боксарей-профессионалей украинских? Вы знаете, тяжелое время, вы правы, Алексей, очень тяжелое время, и я очень рад, что все-таки бой, матч-реванш Джоша Усик состоялся, хотя препон было много, мы воюем, у нас идет война. И погибают люди, погибают наши воины, погибают мирное население, и это очень тяжело. И поэтому что-то говорить о дальнейшем. У нас пока есть вот в планах после победы Александра Усика, это бой, запланированный в октябре-ноябре, бой Василия Ломаченко. Уже даже есть соперник. У нас, знаю из источников, что начал подготовку Денис Беренчик, тоже к бою. Где он состоится? Начал он подготовку в Украине или он начнет за рубежом? Тоже пока непонятно. Очень много вопросов. Но тем не менее он начал подготовку и готовится к своему следующему бою. Поэтому наша как бы задача ментально нашим боксерам помогать, думать о них позитивно, очень важно. И, Алексей, с вами комментировать, просвещать, рассказывать нашим любителям спорта, любителям бокса о таком прекрасном виде, как наш вид спорта. Дякую вам, Эдуарде, за змістовний коментар. Слава Україні, слава ЗСУ і смерть ворогам. Дякую всім, слава Україні, слава всім, хто вірить і все робить для перемоги.